Здравствуйте, родные. Это Эмират, тоже здравствуйте. Вот, отломил ветку от яблоньки с червями. Вот они, черви там. Вот они, вот, игру вот эти вот. То ли китайские, то ли еще куда-то там с Азии, блин. Привезли, как чебурашек, блин. Я уже рассказывал видео, снимал уже. Раньше в Сибири такого не было никогда. Вот стали тут приезжать всякие инородцы тут заселять нас с помощью этого правительства. Давайте теперь сейчас эксперимент проведем. Птицы их не клюют, судя по всему, не знаю. Так, надо сейчас найти муравейник. Где тут муравейник у меня был? Вон, я думаю. Правда, пасмурная погода. Все попрятались они. Маленькие мураши, но... Ну, прикольно. Сейчас посмотрим. Попробуем сломать им. Там паутина сверху, видите, они как бы спрятаны. Паутина-то, разум мой, крепкая там, видите, ру. А там дальше что, доберешься до них? Доберешься. Они как-то коконы это, там получается, вон поползли. Поползли, видно, это вот такое серенькое. Это как бы уже коконы, они из них влазят, как бы растут собаки. Они растут. Сейчас попробую вытащить одного растущего. Вот, вот он, вот. Вот, 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 вот. Где он? Вон упал, вот упал, вот, вот упал. Вот, ну-ка. Вот этот муравей, нет? Ту-ту-ту-ту-ту. Вот поближе. Гусеницу, червя. Ну, резкость, блин. Ну, кусают, смотрите, кусают. Кусают, кусают они, кусают. Молодцы мураши. Ну, они могут просто защищаться, может, она ядовитая, может, невкусная, несъедобная. Но самое главное-то, видите, они паутину делают. Вот сейчас резкость опять доведется. Блин. Ну, блин, цифровое. Вот. Видите, паутина такая мелкая-мелкая, плотно-плотная. Понимаете? Вот. Вот она как спасает. И мураши, муравьи проникнут, через них не могут. Вон муравей, вон. Паутиночка. Я сейчас покажу, посмотрю. Вот, видите, лазит вот сверху по паутине. А внутрь проникнуть не могут. Видите, по паутине лазит. Хорошая защита паутина. Ну что, мы там видим с этой гусеницей. Она вроде уже не шевелится, убили ее. Убили они, рады мои. А утащатся себе или не утащат, интересно. Вроде как тащат. Если тащат, то съедобное. Значит, защита вот, вот в этой хитрости, рады мои. Паутине. Паутину делают, сволочи. Вот это вот червяки. Ищет там. Видите, вот ползет по паутине. А внутрь приделать не может. Вот такая вот беда у нас, рады мои. Сейчас покажу на яблоньке, что там произошло. Вот на яблоньке. Вот. 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 Вот они тут. Гнездовье, блин. Тут так, видите, как в этом году маловато еще, рады мои. Вот. Ну-ка, 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 давайте. Нищий разбедим. Я что такое тут? Я даже цветы, рады мои, как бы, видите, как цветы. Или это яблоньки съеденные. Вот как вот, видите, как вот цветочки. Непонятно. Цветочки, скорее всего, съеденные. И вот вторая яблонька, это группа. Ранетка. Вот их побольше уже. Она как южнее.
И тут и яблоньки побольше. Вот они. Ранетка. И вот здесь, смотрите, сколько. Сколько. Эти твари, блин, что делают. Купить. Ну все, нравлики, не нравлики. Ну так поменьше, типа, как бы сказать, половина будущего урожая, допустим, погибнет. И так визуально пока сейчас видно. А то бывает, что родные, что вот, вот тут, вот видите, как починка тоненькая такая, и плохо видно. Вот. Видно, нет, паутинка. Вот она, паутинка. Где мусор тут, тут хорошо бы паутинку видать. И с мусором-то. Вон черви, кстати, вон висят. А раньше бывало-то, я видел так вот целиком, как будто вот вся вот, вся как в, не в снегу, так в паутине, как будто страшно даже, страшно. Я говорю, вот, целиком деревья выпиливали от этого страха. По деревне нашей, тогда и в городах тут. Ну все, нравлики, не нравлики. Пишите отзывы. До свидания, родные.